На наш полуостров прямо из родного города с 3 июня по 30 сентября весь летний сезон из аэропорта Иваново будут отправляться рейсы в столицу Крыма – Симферополь. Вылеты организованы каждую субботу. Напомним, в прошлом году такие рейсы пользовались спросом у жителей Ивановской области и соседних регионов. Заполняемость была почти 100%, поэтому решено продолжить летнюю кампанию в южных направлениях. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Норд-Авиа» на самолетах «Боинг 737», вмещающих 132 пассажира. Полеты из Иваново в Симферополь планируются раз в неделю. Прилет и вылет в один день. В этом году авиакомпания также открыла продажи раньше, чем в прошлом году. Вот. Сейчас билеты можно уже купить в кассе аэропорта и на сайте аэропорта Иваново. Вот. Стоимость билета от 5000 рублей в одном направлении. Есть промо-тарифы, да, то есть чем раньше вы приобретете билет, тем будет он дешевле. По мере наполнения самолета стоимость билета, скорее всего, будет возрастать.